Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер! Бүгін біз кезекті селекторлық кеңесімізді өткізгелі отырмыз. Бүгін бізде мына қозғалатын сұрақтар жүректен жүрекке акциясының өтуі, алда келе жатқан сырттай бағалау. Одан кейін осы мамыр айында өтетін халықаралық зерттеу ICELS бойынша, 3-ші 90 бойынша рейтинг, білім сапасы, АПМК бағдарламасын толтыру, Отау ТВ бойынша, содан кейін осы апрель айында өтетін біздегі 3D әлем деген конкурсымыз бар. Сол туралы айтып өтеміз. Сұрақтарыңыз бойынша болса, әрбір қатысушыдан кейін сұрақ қоюларыңызға болады. Нені қош, презентацияны. Өздеріңіз білесіздер, осы 10-шы сәуірден бастап бізде оқу жетістіктерін сырттай бағалау басталады. Бұл бойынша бұйрық және қай пәндерден, қай кластардан болатын нақтысы бүгін ертең болу керек. Мектептер, қатысатын мектептердің тізімі барлығы бүгін ертең бізде болады, содан кейін сіздерге міндетті түрде жіберетін боламыз. Қазір бізде бар ақпарат бойынша 11-ші кластарда қатысады, 3 предмет бойынша. Бұл оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық және Қазақстан тарихы. 9-шы кластарда қазақ тілі міндетті түрде, содан кейін 8 пәннің біреуін балалар өздері таңдап алады. 4-шы класта математика мен әдебиеттік оқу ол былтырда болған 4-шы класта. 4-шы кластар қағаз түрінде тапсырады, 9-шы 11-шы кластар кейбіреуі қағаз түрінде, көбінесе компьютерлік форматта онлайн режимінде тапсырады. Бұны білесіздер, былтыр өткізген е бізде. Ол бойынша енді былтыр бізде көп бірінші рез өткендіктен көп проблемалар болды. Енді биыл ойлаймыз, олар өздері енді әрбір регионды бір-бір күнге қойып график бойынша келетін шығал. Сол приказды бүгін міне кеше келу керек болатын келмеді, бүгін ертең міндетті түрде келеді, сіздерге жіберетін боламыз. Вот бойынша енді сұрақтар көп, бәрі бізден звандап сұрап жатыр, қай мектеп қалай қатысады. Енді точный мектептердің тізімі пока бізде жоқ, сондықтан бүгін ертең сіздерге толығымен жіберетін боламыз. Одан кейін екінші бізде жүректен жүрекке акциясы. Жүректен жүрекке акциясы 1 наурыздан басталған болатын, 1 июньге дейін жүреді. 15 майға дейін сіздер жаңағы балалардың талап тілектерін түлек.кз сайтында орналастырасыздар. Одан кейін барып 15 майдан 1 июнь аралығында 1 июнь аралығында сол балалардың арман тілектерін орындау бойынша бізде жұмыстар басталады. Қазір кейбір аудандар міне бүгінгі статистика бойынша бүгін бізде 972 тілек орналастырылған, оның 528-і бізде уже орындалды. Бізде ең көп қазір активный болып тұрған Үржар ауданы 208 тілек жазды, оның бәрін орындалумен бірақ салып жатырмыз. Одан кейін Бесқарағай ауданы осы 1-2 күн болды бізге активизировать еткендеріне 8 тілек қойды, оның бәрі дұрыс емес. Қазір мен сіздерге қалай орналастыру керек екенін айтайын. Бірақ біз осы акция басталар кезде бәрін сіздерге түсіндіріп айтқанбыз. Одан кейін бір айтып кететін жағдай, кейбір аудандар балалардың арман тілектері деп маған ручка керек, маған қарындаш керек, маған пластилин керек деп сондай бір жағынан күлкілі. Енді бұл үлкен акция болғандықтан акцияны бір басқадай бірдемеге айландырып жердік. Сондықтан каждый аудандағы жауапты тұлғалар өздеріңіз жұмыстарыңызға жауапкершілікпен қарауларыңызды сұраймыз. Өйткені бұл барлық акиматтарға біз күнделікті жіберіп отырмыз статистиканың барлығын.
управление образованияға жіберіп отырмыз. Кез келген уақытта кіріп қараса, мысалы, бір балаға ручка керек. Енді ол 50 теңгелік, 100 теңгелік ручка деген ол акция бойынша жүретін нәрсе емес қой. Содан кейін кейбір аудандарда мұғалімдер өздері беріп жатыр, өздері нетіп жатыр. Енді бірақ өз инициативаларымен болса жарайды. А так мұғалімдерді тоже принуждать етіп оған істеуге болмайды. Біз қазір отдел предпринимательства каждый аудандағы бәріне демеушілерге хат жазып жатырмыз. Сондықтан ертең мұғалімдер біз өзіміз акцияны өзіміз жасап, өзіміз алып беріп жатырмыз деген сөз болмайтын болсын. Одан кейін жаңағы сайтты ашып бер. Міне, жүректен жүрекке өздеріңіз білесіздер, түлек.кз сайтында. Иә, айтыңыздар. Міне қараңыздар, бірінші бізде мысалығы мына оқу құралдары деп тұр, иә? Мынау Абай ауданы. Міне мына жерге баланың хаты керек, осы секілді сканированный вариант. Өтініш бола ма, или баланың өзінің қолымен жазған хаты. Мына жерде өтініш бопты, иә? Өтініш түрінде де. Содан кейін міне бәрі өтініш түрінде. Қазір мен сіздерге кейбіреулерін көрсетейін. Интернеттен алып, мысалы, кроссовка керек дейді, интернеттен алады да кроссовканың суретін қоя салады. Бұл бізде Зайсан ауданында өте көп. Не, міне, Марал үшінші класс, черный рубашка дейді, болды. Баланың хаты жоқ. Зайсан ауданы. Ал мына жерде желание исполнено дегенде дұрыс, осындай қоясыздар сурет. Ал ана жерде интернеттен алғансыздар да қоя салғансыздар. И кроссовка, шахмат. Осындай қателіктер көп. Қазір қоясыздар, мен ай көрсетіп алайын, иә? Одан кейін бәріміз енді образованиядамыз ғой. Кейбір аудандар қатемен жазған. Енді осы жерде отырып соның бәрін қарап отырмыз. Ертең өзіміз мұғалімдер, өзіміз отдел образования управлениенің атынан жазып отырсыздар. Өзіміз қате жазсақ, ертең содан кейін ол енді дұрыс емес деп ойлаймын. Сондықтан жазған адамдар жауапты болу керек. Соң тағы қандай қате бар еді бізде? Бесқарағай ауданы. Сіздерде қате қараңыздар. Сіздер хоть бүгін жөндепсіздер мына жерде. Мадина ағылшын тілінен сөздік алғым келеді, иә? Вот Мадинаның сол сөздік алғым келеді деген хаты жоқ мына жерде. Оны сіз алдыңызда өзіңіз жаза салдыңыз мысалға. Мадина, может, ондай сұраған жоқ. Мадина фамилиясы жоқ. Нұрай тоже фамилияларымен жазыңыздар. Содан кейін міне Нұрайдікі дұрыс мына жерде мысалға. Міне хаты тұр. Ахметова Нұрай. Менің арманым шаңғы алу дейді. Одан кейін бізде көп смартфон, велосипед, даже айпад сұрағандар бар, иә? Положениені сіздер оқысаңыздар, ондай бізде қымбат дүниелерді алып беретін, бізде ондай спонсорлар табылады деп ойламаймын. Егер ертең бір балаға айпад алып беріп, бір балаға смартфон алып бердік деп мына жерге қойсаңыздар, бүкіл аудан, бүкіл облыстың балалары жазатын болады. Одан кейін біз вообще бұны істей алмайтын боламыз. Сондықтан желаниені, тілекті салған кезде де жаңағы не мына жерде положениесі бар, положениесімен толығымен оқыңыздар. Егер де сондай бала сұрап келсе, положениені көрсетіп түсіндіріңіздер. Осындай қателер бізде өте көп. Кеше мына жерде Бесқарағайда мысалы вообще түкте жоқ болған, просто желание и все. Міне мына секілді желание исполнено деп тұр, мына жерде фотосы жоқ. Исполнено болып тұрғандардың бәрін фотосын қоясыздар. Содан кейін міне ручка, карандаш дегенді бәрін енді звондап ұят нәрсе алыңыздар деген бәріңізді алдыңыздар. Соның оқу құралдары деп сала бастадыңыздар. Оқу құралдарын енді қазір берген кезде ол оқу құралдарының ішіне не кіретінін білмеймін, енді әйтеуір оқу құралдары деп жазыпсыздар енді. Большая упаковка карандашей и фломастеров дейді.
Я хочу работать в туризме деп. Кеше, по-моему, осы Бесқарағайда болған. Тоже сіздер салар кезде қарасаңыздар, ол туризмде работать еткенде, что, мы должны работу предоставить? Өздеріңіз саласыздар, ответственный адамдар. Неге қарамайсыздар? Содан кейін, Үржар ауданында кеше дұрыстап тоже бір қарап шығыңыздар. Бір желание бір баланың атынан екі рет тұр. Осы жүректен жүрекке бойынша тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақтарыңыз бар Өзіңіздің ма? Иә. туризм саласында былтыр үздік эссе қойғанбыз. Эсселердің орындалуы осы үлгісі дұрыс жақсы емес жазылған деп, одан кейін кейбір райондар не қойған, суреттер қойған интернеттен алып. Сонда биылғы жылы эстетикалық талапқа сай болсын деп біздер интернеттен алып фотомейлерді қойдық, фотолады, бірақ жұмыстың ішінде баланың анықтамасы да Жоқ, эссесі үлкен ондай ештеме керек жоқ. Мысалы, мен мысалы Зайсан ауданы осы мектепте оқимын. Менің аты жөнім осындай да осындай. Семьямда мысалы бірдеңе сұрасаң, енді малообеспеченный сондай балаларға көмектесеміз ғой. Осынша бала бар, бізге маған қазіргі уақытта осындай осындай нәрсе керек болып тұр, көмек берулеріңізді сұраймын мысалға. Бала өзі эссе екі сөйлем болсын жазсын. жұмыстың ішінде ашып қарасаңыздар эссе бар, баланың анықтамасы да бар, орындалу туралы фото да бар. Өткенде мен Бақтыгүл Серкановнаға звондап сұрадым, осы біз толтырып отырғанымыз дұрыс па, қарап шығыңызшы деп әдейі звондап едім, дұрыс деді. Сосын біз ары қарата естіп жұмыс жасап жатырмыз. Жоқ, қазір жөндеңіздер. Жазда келесіден бастап Иә, эсселеріңізді аха, соны жөндеп тастаңыздар, өйткені оның бәрі интернеттен алынғаны көрініп тұр ғой. жоқ, оның былтыр осы бір аудандар сөйтіп Бәрібір бастап сіздерге келген кезде бәрібір олар желание жазады ғой балалар. Соны желание прям сканировать етіп қоя салыңыздар. Басқа райондар солай қойып жатыр ғой. жоқ, былтыр да біз де сөйтіп қойғанбыз, бірақ одан кейін сөйтіп эстетикалық талапқа сай деп осылай қойсаңыздар әдемі көрінеді дегеннен сөйтіп қойдық биыл. А Жоқ. бірақ жұмыстың бәрі бар ішінде эссесі де. Жақсы. Онда келесіден бастап дұрыстап қойыңыздар, жарай ма? Өйткені біз күнде қарап статистиканы снимать етіп отырмыз. Қай жерде қандай қате бар, бір буквасын болсын. Біз тоже ол көп жұмыс. Қазір мысалы 972 желание тұр, оны отырып ап каждый аудан бойынша бөліп, бізде ответственный кураторлар бар аудан бойынша. Соларға сөйлесулеріңізге болады. Зайсан ауданы, по-моему, Ажарда. Ажарда, иә? Аха, Ажарға айтамыз, онда сіздерде қалай болу керек? Ажардан не телефон алсыншы, біз звондағанда Ажар телефон алмайды. Жақсы, маған звондаңыздар онда. Алмай жатса, маған звондаңыздар. Тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Жүректен жүрек акциясы бойынша. Бұл жұматына сәлеметсіз бе, өскеменнен. Сәлемет. Бұқтырмасына бізге 46 желание деп тұр, бірақ оның где-то 34-ы ғана біздікі, қалған облыстық мектепте, еще ол жерде бір ғана Иә. баланың аты Облыстық бар. мектептер, потому что Өскемен мен Семейде областной мектептер бар. Олар өздерінің логин парольмен кірген кезде, енді олар принадлежность жазады ғой, сондықтан Өскемен боп сіздерге кіріп тұр. Бізде тізімде кейбір баланың аты бар, организациясы мектебі ештеңкесі жоқ, оны біз ондай салмаймыз. Мен міндетті түрде мектептің атауын жазамын, чтобы потом не было. Дұрыс. Сол көбінесе сол бір Облыстық екі районда мектептерге болды. Жаңағы ручка керек, карандаш керек деген, мен Зав районаларға звондадым, каждыйын атын айтпай ақ қояйын, бірақ енді сол акция бойынша бала ручка сұрады, еще бір мұғаліммен ручка беріп жатқан фотосын түсіріп қойыпты. Енді ол енді өзімізді өзіміз позорить еткен келмейді ғой. Онда енді істегеннен кейін облыстық істедік пе, мектепте дұрыстап істеуіміз керек. толық мектептің атауын жазса, біздің облыстық мектеп жоқ, біздің Жақсы, барлық жақсы. Областной мектептер, иә? Жақсы, түсінікті. Сөйле, Бауыржанна. Кураторствоны кімде бар еді, кураторство? Қазір кураторствоны қазір сіздерге айтамыз, қайсы қай район екен. Қазір бас жарма Айнұр деген қызда.
Қазір телефондармен соңы біткен кезде акция бойынша кім қай районның кураторствосы екенін айтамын. Сол кісілерге звондап біреулеріңізге болады. Енді акция бойынша сұрақтарыңыз бітсе, онда қазір Айгүл Қажығалимнаға сөз беріледі. 3.90 бойынша білім сапасы, алда келе жатқан ISILS 2017 апробациялық зерттеуі және итоговая аттестация выпускников дейді, сол бойынша что там пишет, приказ есть ма? Какой район? У вас уже есть, да, приказ по ВОУТ? А, по кураторству нету, мы просто среди своих сотрудников кураторство разделили, потому что это... Да, это потому что у нас огромная работа, чтобы сидели каждый район, проверяли, как правильно, неправильно размещают. Абай город Усть-Каменогорск, это Гаухар Есеновны. Аягузский район, Шаманайхинский, Айгуль Таурбековны. Телефон надо сразу войти в этом возьме. Шаманайхинский район Айгуль Таурбековна, Бескарагайский, Уржарский район Айгуль Кажигалимовна, Бородулиха, город Риддер, Бахткуль Сирканна, Зрян, город Семей, Асемпек Мухаммедовна, Жарма Айнур, Зайсан Тарбагатай, Гульбахат Тлюгазиновна, Купитты Глубокая Дана, Курчум Катон, Гульжан Хасенгазиевна, Курчатов Улан, Ажар Кайрханна. Осы кісілерге звондап, кураторство это именно жүректен жүрекке бойынша кураторство, олар күнде кіріп, каждый районды тексеріп, дұрыс размещать етіп отыр ма, еткен жоқ па, сіздерге звондап, акиматқа данныйларын бәрін беріп отырған осы кісілер. WhatsApp группада проекты ВКО деген, ВКРГ-центро дегенде барлықтарыңыз барсыздар ғой, жоқ болсаңыздар, хабарласыңыздар, сол группаның ішінде кураторствода отырған барлық адамдардың телефондары бар. Егер де кураторствода телефондарын алмай жатса, маған звондауларыңызға болады. Мен телефондарым, думаю, сіздердің барлықтарыңызда бар. 8-705-623-85-31. Енді келесі сұрақ бойынша Айгүл Қажығалимнаға. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня наш вопрос – это организация проведения итоговой аттестации. Какая технология у нас? Это подготовка материалов и доставка экзаменов, Национальный центр тестирования ответственный, а наше областное управление образования за хранение и доставку экзаменационных материалов. Школы ответственны за проведение, за обработку и выдачу результатов. Как вы видите, в этом году у нас всего выпускников 9077. Из них сдают итоговую 8966, на казахском 6130 и на русском языке 2836 учащихся. Количество выпускников по регионам, как вы видите на слайде, с каких регионов у нас сдают выпускники. Количество выпускников. Предметы. Ну, как вы уже знаете, 4 обязательных предмета и 1 предмет по выбору. Форма экзамена письменный – это родной язык и алгебра и начало анализа. Устный – это только история Казахстана. Русский язык с государственным языком обучения и предмет по выбору. Казахский язык с русским языком обучения. Форма экзамена – тестирование. Проведение итоговой аттестации. Здесь я расписала поминутно, во сколько она начинается, на какое время только разрешается учащимся выходить на отдых, да? И оценка выставляется в тот же день экзамена. Есть, конечно, обучающимся выдается бумага со штампом школы. То есть все это проводится в классных помещениях. Приоритет. Когда мы анализировали, какие предметы выбирают учащихся на итоговых оценках, то преимуществом оказалась биология, физика. То есть они выбирают технические вузы и медицинскую академию. Биология у нас 35,9%, физика 26,5%. Конечно, очень на
Гуманитарные науки – это русская литература, немецкий язык, вы видите, по 0,1% учащихся подали на аттестацию. Ну, проведение итоговой аттестации вы знаете, Алтенбильга, которую утверждается именно до 12 июня текущего года. Количество претендентов, если вы в сравнении посмотрите с предыдущим годом, то значительно даже возросло количество наших алтенбельгийцев. Вот оно у нас в разрезе районов и городов. Лидирует Усть-Каменогорск и Аягусский район. Что это дает нашим учащимся, обладателям Алтенбильга, победителям президентских, республиканских олимпиад, международных конкурсов и научных проектов? Вы, конечно, знаете, что если они получили одинаковые баллы, в этом случае только они имеют преимущество своими соперниками. Структура теста ЕНТ, какие предметы даются, как озвучивала Булбул Жамартовна, вот здесь у нас грамотность чтения, математическая грамотность и история Казахстана. Те, которые попадут у нас по списку по ВОУДу, именно 11 классы, проверка вот этих по трем предметам этих знаний. Ну и профильные. Профильные здесь мы расписали, именно какой предмет он выбирает и второй предмет для чего? Вот, например, если выбирает математику, то второй профильный предмет будет физика. Если иностранный, второй профильный предмет история. Творческий остается без изменения. Сроки организации проведения расписали это все на образовательном портале. После этого я продемонстрирую, где эти все материалы находятся. Тестовые задания по новому формату на математическую грамотность. Вот дается такой вопрос и даются варианты ответов. Именно математическая грамотность решения, как же она отслеживается? Отслеживается данный вопрос по данным заданиям, что, следовательно, они доказывают, какой ответ правильный. То же самое на решение уравнений, да, так скажем. Тоже решение, и таким образом они доказывают правильный ответ. Читательская грамотность. Вот читательская грамотность дается текст, где он должен внимательно прочитать весь данный. Да, совершенно верно. Это международное у нас исследование проводилось, да, ПИЗа, Пирлс. И вот читательская грамотность точно так же дается текст. Ребенок внимательно, и по этому тексту прикреплены вопросы. И он должен найти правильный ответ, то есть на грамотность чтения. И сегодня я хочу озвучить итоги третьей четверти. Итоги третьей четверти очень-очень, как вы видите на слайде, у нас качество с 1 по 11 классы по естественно-математическому циклу и общественно-гуманитарному циклу по району у нас 70%. Общественно-гуманитарный цикл, а естественно-математический цикл у нас 65%. Здесь сейчас мы точнее в разрезе каждой школы, ой, в разрезе каждого района будем отслеживать. 9, 10, 11 классы. Как вы видите, уже в старших классах у нас естественно-математические и общественно-гуманитарные циклы, у нас уже динамика снижается в сравнении с 1 по 11 классы. Вот 11 класс. Какие они у меня показали знания? Красным я специально выделила. Это ниже областных. Это Бескарагай 51.
Глубокая 48, Зырян 45. Плачевные результаты у нас города Курчатова 39% качества знания. Уланский район 37% знания. Это говорит о том, что надо именно 11 класс, если подготовить к итоговой аттестации, когда вы даете за третью четверть вот такие вот по области знания. Мы выходим из областных школ, которые высокий показатель 84%, и того мы натягиваем на 53,4%. А мы по мониторингу развития программы у нас стоит планка 57%. Качество знаний 9 классов, тоже выпускной, которого мы вот готовим к внешней оценке, да, то же самое. У нас вообще итоговая по области 43% девятиклассники нам составляют качество знаний. Это уже мы вообще опустились все ниже и ниже. Город Курчатов 25% дают знания 9 классы. Улан 30%, Шимонаяха 35%, Глубокая 33%, Бескарагай 43%. Это говорит о том, что наш 9 класс, который будет сдавать по 8 предметам внешнюю оценку, вот какие они знания нам покажут. Хотя в прошлом году по Национальному центру тестирования Восточный Казахстан по внешней оценке занимал лидирующие позиции. Придется теперь именно из данных районов Бескарагай, Глубокая, Зайсан, Зырян, Катон-Карагай, Курчатов, город Ридер, Семей, Уланский район и а город Ускаменогорск 43,8 показывает качество. Шимонаиха. Брать отчет о проведенных работах по повышению качества знаний именно 9 классов. Вот по мониторингу программы развития территории Восточно-Казахстанской области на 1 апреля мы показали вот такую вот картину в разрезе районов. То есть мы берем 9 класс и 11 только классы, выпускные как бы. Итого составило 9 плюс 11 классы, Бескарагай 46,2, Глубокая 37, Зайсан 45, Зырян 36, Курчатов 30. 32 показывает Улан и Шимонаиха 41. Я же говорю, из-за областных школ и вот Бородулихинский район, из-за них мы на 47%, хотя, как я уже озвучивала, мы должны на 57% поставили планку на 2017 учебный год, 9-11 классы. То есть у нас идет динамика на снижение на минус 10%. И меня возмутил тот факт, когда мы подводим итоги третьей четверти, чтобы не отстать в рейтинге, Курчумский район добавил информатику. И доказывает мне, что если они уберут информатику, у них рейтинг пойдет на снижение. Это тоже не выход. Погоня за рейтингом говорит о том, что на его вот такая вот у нас картина сейчас. Ну, какую работу можно поработать, работу над ошибками? Давайте сейчас я вас на управление образования на сайте хочу вас ознакомить. Значит, 9-11 классы могут сами тестироваться по тестовым заданиям. Управление образования, сайт. Вы видите, на главной строке, на управление образования, у вас справа, с левой стороны, нажать на передвиж.
мына жерде де бар. Образовательный портал, значит, с правой стороны. Нажимаем. И у вас для ученика, для педагога, вот на браузерной строке, да, высвечивается. Для ученика, когда вы нажимаете, здесь у нас высвечивается. Вот оно. УБТ-нын жана форматы және мектеп түлектерін қортында аттестация. Итоговая аттестация выпускников школ нового формата. В данном случае в этой папке находятся все презентации на двух языках. Родителям, значит, изменения какие, все в слайдовых форматах, требования к написанию эссе, эссе және оған қойылатын талаптарды, мында тілдік, төрт дағдыны меңгеруді, оқушының жұмысын бағалау, жазылған дағдысын арттыру, оның бәрі балдық жүйеде сіздерге көрсетілген, қан балдындарды қосып, қортынды балы қандай бағаға әкелетінін. Сол үшін осы порталдан ата-аналар, айтуға, сынып жетекшілеріне, мектеп оқушылары осы портал бойынша для учениканы басайтын болатын болса, ашық көрінеді. Вот работа над ошибками, как можно повысить качество знаний. Значит, на оценка качества образования с левой стороны высвечивается у вас раздел. При нажатии этого выходят у нас папки. Именно вот здесь интерактивный диктант и тестовые задания. Вот здесь ребенок может оценить себя по всем предметам. Значит, вход. Он заполняет свой логин и пароль. Здесь для ученика и здесь для преподавателя. Когда ребенок для ученика, он, значит, заполняя все эти параметры, это конфиденциально, потому что открывается автоматический личный кабинет учащихся, куда его результаты, он сам может ознакомиться. Вместе с тем даются рекомендации, какие разделы, значит, учебника, темы надо повторить. Работа над ошибками выдается. И получить результат, у него выходит, значит, какую оценку он получил, над какими навыками ему надо поработать, над какими умениями в процентном соотношении это все выходит. И выходит не только рекомендация, но и зеленая, значит, правильный ответ, красная, где он допустил работу, да, под... Асока Бубу или Амуканова. Сейчас Айгуль Кажигалимна вам демонстрирует, как можно зайти. Здесь же можно сразу интерактивный диктант пройти. Если учителям надо будет, можете нам отправить текст диктанта, мы все здесь озвучим, потом для вашего района откроем доступ только для вашего, например, Абайский район нам отправили диктант, мы озвучим, все здесь заполним, потом откроем доступ для Абайского района, и все школы Абайского района могут зайти и пройти вот этот интерактивный диктант. Это вообще помощь вашим учителям, потому что интерактивный диктант, он с
сразу пишете на компьютере, и сразу выводится оценка с рекомендациями, и работа над ошибками сразу проводится. Поэтому сейчас, Айгуль Кашгаим, давайте сначала этот интерактивный диктант, пусть посмотрит, пройти задание. Да, да, да. Вот интерактивный диктант. Вот здесь классы. Любой класс нажмите, где есть у нас интерактивный диктант. Вот казахский язык нажимаете. Фио учителя пусть напишут на буквами русского алфавита, потому что это нужно будет для вас. Потом мы можем, вот здесь пишут дети, потом в конце можно также работа с текстом, как у нас сейчас в итоговой аттестации есть, на ИНТ есть, будут вот такие задания, работа с текстом. Поэтому далее нажмите. Вот здесь внизу пишите диктант, а потом... Ага, аудио проигрывается, вы пишете диктант. После этого у вас вот здесь три вопроса, да, три варианта, и вот каждый нажимаете. Вот наверху вы видите, да, время, какое время отведено, 44 минуты осталось. Вот, закончилось, вот он сразу вам выходит. Оригинальный текст, то, что вы написали, мы ничего не писали, да, совпадение 0%. Вопросы всего 2, правильно 2, неправильно 0. Вот пишет, что освоение темы, владение умениями, сколько у нас, какие ошибки. И у каждого ребенка это будет в своем личном кабинете, они могут вот это все распечатать, да. Также это, вот смотрите, получить результаты, например, сейчас. В личный кабинет у нас автоматически. И следующее у нас по предметам, тестовые задания. То же самое, на класс нажимаете. Вот у нас сейчас про Наурыз был. Язык тоже выбирайте. Например, казахская школа казахский, русская школа русскую выбирайте. Все, вот здесь пишите учителя, потому что это вам нужно будет, для что мы в конце вам дали итоговую сводную информацию. Выбираем учителя, и по этому учителю мы вам даем. Вот также дается, если у вас есть 30 вопросов, 40 вопросов, 50 вопросов, потом можно сделать из них выборку, чтобы для детей было только из них 25 вопросов. Также минуту ограничений можете ставить, 30 минут, 15 минут, как вы хотите. Это в конце четверти, я думаю, что для учителям это будет хороший помощник, да, потому что не будете сидеть и проверять. По этому вопросу можете обращаться Айгуль Кажигалимовне. Да, вот сейчас закончим 31 вопросов, и вы можете посмотреть. И как раз это компьютерная грамотность сразу для детей, потому что в следующем году вы уже знаете, PISA 2018 будет, ISIS 2018, все у нас будет в компьютерном формате, что у этого нету компьютера, того нету этого, никого ничего не волнует, это международные исследования. По правилам международные исследования, если он компьютерный формат, мы должны пройти компьютерный формат. В этом году вот с 15 мая по 20 мая у нас 5 школ участвуют в ISILS апробации, а в следующем году уже у нас 2 глобальных основных, это PISA 2018 и ISILS 2018. Вот всего 31, правильно 5, неправильно 26. Какие темы вот у вас западает, где вы правильно, там 100%, где вы неправильно ответили, там 0 стоит, да? Да. Какими владениями я умею, значит, у меня только запоминание исторических фактов, использование знаний географических объектов, вы видите, да, методом тыка, я просто вам хотела показать, какой они результат. И вот само преимущество, это то, что работу над ошибками в автоматизированной программе выдает. Это период мезолита длился около, здесь тема, чтобы верно ответить на этот вопрос, вам необходимо использовать ленту времени, повторить Казахстан в эпоху каменного века, мезолит, учебник 6 класса, история Казахстана, на контуре Казахстана отметить стоянки
эпохи мезолита. То есть я должна именно под теме Казахстан в эпоху каменного века. И здесь мне дается рекомендации, чтобы я должна запомнить даты, определить хронологическую последовательность. И так по каждому вопросу дается тема, над которым я должна и какой раздел повторить. И по ним вот такое вот развернутое полотно высвечивается у каждого учащихся. Да. Лист оценивания, оно у нас только в личном кабинете будет находиться. Ребенок сам будет прослеживать свои знания. Уже Мартовна, оно здесь у него не отмечено же, да, у меня же в этом в компьютере, да. Какие-то будут вопросы именно вот по истории Казахстана или по другим предметам. Это помощь и учителю, преподавателю, который готовит детей к итоговой аттестации выпускников. Это и помощь те, которые сейчас в данное время готовятся к внешней оценке, потому что по новому формату 11 класс в этом году тоже сдают. Поэтому, мне кажется, большая будет помощь оказана методическая в том, что сразу, мгновенно и ученик может получить результаты, и методическая помощь будет оказана. Давайте я зайду, да. Вот, смотрите, когда получите результаты, я сдала, значит, два, как вы видите, теста. Это интерактивный диктант по казахскому языку, 9 класс, и история Казахстана для 11 класса. Значит, вы, нажимая на синюю кнопку «Диктант», у меня выходит вот такой оценочный лист результативностью учащегося, где аудиодиктант, ничего не прописывая, я перешла к тестовым заданиям, я получила оценку 2, работа с текстом, я получаю оценку 5. Итого у меня среднее значение 3,5, то есть 50% выполнения моей работы. Здесь расписывается, значит, учитель, который провел как член комиссии, и учащиеся расписываются, что они ознакомлены со своими оценками. То же самое по истории Казахстана. Я выполнила на 16%, то есть у меня автоматически получила оценку 2. И оценочный лист выдается только для учащихся, поэтому каждый ученик заходит по своему логину и паролю, то есть свой электронный адрес. Сейчас в данный момент этой тестовой оболочки готовится офлайн вариант, потому что у нас в некоторых селах, школах нету интернета. Это будет только к следующему, наверное, учебному году офлайн вариант. В режиме офлайн вы можете пройти вот это тестирование или диктант. А остальные сейчас до конца вот этого учебного года у нас вот это офлайн варианта пока не будет, потому что там тоже технические вопросы свои, тоже заново все делается, поэтому вот в этом году только у нас вот такой онлайн вариант, а в следующем году уже у нас будет офлайн вариант. Это уже где есть интернет, где нету интернета, они все могут пройти офлайн вариант, потом прийти, где, например, отдел образования, конвертировать, и получится, что у вас будет онлайн вариант. Есть еще вопросы? Вопросы там были. Скажите, билеты для 9 класса в этом году утверждали на уровне района или области, или материалы по экзаменам для 9 класса? Да, управление же всегда. Да, с управлением. Вопросы, билеты, по-моему, все управление образования все утверждает. Еще или материалы по экзамену. Ну, когда я была в Костанае, по этому поводу Министерство образования проводило это совещание. Тогда нам сказали, и 9, и 11 классы, все вопросы будут с министерства, все запечатаны в конверте, вам придут.
Гулбуз Омартовна. Я тыңдап тұрмыз. Темногорск Лидия Ивановна. Вопрос, вот, ну и Кайгуша Галимовне, наверное, тоже. Про Алтын-Белги везде идет речь, про аттестацию отличием нигде речи не идет. В приказе 660 написано, что аттестация отличием получает выпускник, который получает все пятерки по предметам, вошедшим в приложение. Если раньше учитывался 10 и 11 класс, то сейчас, получается, 10 класс не учитывается для выдачи аттестата с отличием. Мы просто на этот вопрос не можем найти ответа нигде. Никто нам не отвечает на этот вопрос. Лидия Ивановна, хорошо, мы поняли ваш вопрос. Значит, когда я на сайте демонстрировала, с правой стороны, там была итоговая аттестация выпускников и приказ 660, где все было расписано, да? И в этих приказах, значит, и в презентации. Но ваш вопрос по отличникам, давайте выйдем на министерство и уточним. Потом с вами Дело перейдем. в том, почему мы задаем этот вопрос. У нас претендентов, предположим, 55 на аттестат с отличием. Я просто говорю, что про Алтын-Белги везде идет речь, а про аттестат с отличием нигде речи не идет почему-то. Почему-то их всегда выпускают из вида. А ведь это важно. Это не простой аттестат, а это аттестат с отличием, на который тоже нужно обращать внимание. Он тоже кому попало не выдается просто так. Поэтому вот нужно в этот вопрос выяснить все-таки. У нас, предположим, сейчас 55 претендентов, а выясняется, что по итогам 11 класса будет больше учащихся. Хорошо. Да, Еще вопрос. Еще вопрос. Количество выпускников. Почему не соответствует нашему количеству выпускников? У нас, во-первых, выпускников с 1 по 11 класс в дневных государственных и частных школах 1395, а еще плюс вечерний, а еще плюс экстернат. А у нас 1333 я посмотрела, и я посмотрела, что в чате тоже вопросы задают, почему количество выпускников не совпадает. Лидия Ивановна, количество выпускников не совпадает из-за того, что мы производили только по общеобразовательным предметам, школам, где не берутся вечерние школы, где не берутся, значит, те, которые вот тюремного, как же эти школы называются, закрытого типа, да, и где не берутся, значит, данные школы. Поэтому мы брали выпускников те, которые по общеобразовательным предметам. Да, Понятно. сдаете, да. Все понятно, спасибо. Вот когда мы план даем государственную программу ГПРО и ПРТ, мы там не учитываем сейчас контингент, который вечерние школы и школах закрытого типа, потому что у Все нас там понятно, будет про низко, количество да. выпускников понятно. А еще вопрос. В ВУДе участвуют 11 классы. Не является ли это еще одной дополнительной стрессовой ситуацией для выпускников, которые будут сдавать и в новом формате ЕНТ, и еще и ЕНТ при поступлении в ВУЗы? Им еще нужно будет проходить процедуру ВУДа. Вот мы сами вчера только узнали, что 11 класс участвует. Нам тоже вчера только сказали, хотя школам должны были раньше, потому что 4, 9 класс как бы у нас уже готовится, да? У них на сайте центра тестирования есть даже примерные какие-то два варианта, да, по предметам. А 11 класс у нас, получается, мы думали, все, уже 11 класс только на ЕНТ готовится и итоговая аттестация, а плюс еще, получается, вот вчера нам сказали, что будет 11 класс. Да, и еще по поводу очень сильно интересует вопрос в школах. При государственной аттестации, если ребенок сидит с диагнозом ЗПР в обычном классе, инклюзивно обучается, его тестируют в том же формате, как и тестируют всех в общеобразовательных классах. В ВОУДе точно так же это будет? Или все-таки дети с диагнозом ЗПР будут все-таки какое-то либо другое задание выполнять, либо вообще не будут учитываться? Вот. Нет, справку за У кого диагноз, как вы сказали, да, с отставанием? Департамент, я когда сама в прошлом году, они именно к списку прилагаемых справка от ВК, ВК,
Да? Это Да. было в прошлом Да. году. А в Это этом было в году прошлом тоже, году. да, то же самое. А в этом году при госаттестации все дети, которые сидят в общеобразовательных классах с диагнозом ЗПР, они все сдавали тестирование, они все сдавали контрольные срезы при госаттестации, да, Бужу Мартовна? У нас так в 8-й школе было. Поэтому вот здесь вопрос с детьми со справками, которые сидят в общеобразовательных классах. Нужно как-то эти вопросы решать, и к этому нужно подходить лояльно и учитывать все особенности детей. Хорошо, Лидия Ивановна, мы запрос департаменту по контролю качества сделаем, какие дети именно подлежат к ВОУДу и именно с такими диагнозами, какие будут новшества, мы вам потом передадим. Спасибо. У нас, я не знаю, в прошлом году у нас везде, даже наших областных мероприятиях, республиканских, даже международным проводят ЗПР, вот эти справку предоставляют и все. Я вот, Да. я не знаю, вот ДКСО мы запросы сделаем, ДКСО, если что, мы именно Эжан Ирханны напишем письмо, чтобы они вот так, я не знаю, это неправильно. Это было в прошлом году, да. А в этом году вот нам объяснили так, что если ребенок сидит в общеобразовательном классе, то он должен вместе со всеми проходить тестирование и контрольные срезы. А если он сидит в отдельном коррекционном классе, да, коррекционные классы не учитываются. Ну а зачем тогда инклюзивное образование, непонятно. Хорошо, Лидия Ивановна, мы точно узнаем вам в течение до Спасибо. пятницы, мы вам скажем. Есть еще вопросы, Айгуль Кажигалимовне? Где моя бумажка? Если у вас нет вопросов, давайте следующее слово предоставим Бахткуль Серканне. У нас третий четверть закончился, и у нас рейтинг по третьему четвертю, и заполнение АПМК у нас, который острый вопрос, и по ОТАУ ТВ. Всем добрый день. Начнем с рейтинга динамичного за третью четверть прошедшую. По предоставленным вами данным таблицам был сформирован рейтинг. Как вы видите, результаты сводные данного рейтинга. На первом месте по-прежнему остается Степногорск. Наибольшая положительная динамика наблюдается в Зыряновском районе. Это в основном за счет увеличения количества участников олимпиад и конкурсов и их результативности. Также положительных результатов достигли Катон-Карагайский, Тарбагатайский, Глубоковский район и также по этим же показателям и Курчумский район. В Курчумском районе ситуация отдельная. Они во второй четверти раздел общее среднее образование полностью дали как за первую четверть, поэтому у них динамика высокая по среднему образованию. Теперь подробнее по блокам динамичного рейтинга. Показатели блока дошкольного образования предоставляются отделом дошкольного и среднего образования управления образования областного. Здесь у нас ситуация в целом не изменилось, только за счет того, что в Усть-Каменогорске был перерасчет охвата детей мини-центрами. Усть-Каменогорск опустился с первой на пятую позицию. За счет этого Ридер, Катон, Тарбагатай и Зайсан вышли немного вперед на эту позицию. Остальные районы остались со своими же показателями. Практически нулевая динамика. Так, далее. По блоку общее среднее образование у нас на первом месте по-прежнему Абайский район. Также лидируют Усть-Каменогорск, Урджар, Кокпикты и Жарминские районы. Наибольшая положительная динамика наблюдается в Курчумском районе, так как мы уже озвучили, что во второй четверти, в рейтинге за вторую четверть были предоставлены ими данные старые за первую четверть, а сейчас они вроде сделали перерасчет, обновили все данные, правильно предоставили. Показатели качества знаний, которые вы предоставили в рейтинговых таблицах, мы сверяли с теми данными, которые вы предоставили в наш отдел оценки качества образования. И к нашему счастью, наверное, в основном все показатели сошлись.
Так, наибольшая отрицательная динамика по данному разделу в городе Ридер. Там по всем показателям у них качество знаний снизилось. Так, далее. Блок качества педагогических кадров. В большинстве районов здесь наблюдается положительная динамика, так как это показатель с нарастающими. Естественно, за третью четверть прибавилось количество учителей, участвовавших в конкурсах. Наибольшая положительная динамика в Глубоковском районе. Нормально? Наибольшая положительная динамика в Глубоковском районе, которая вывела его на первое место. Здесь это объясняется тем, что все педагоги, участвующие в областных и республиканских конкурсах по данным районам, заняли призовые места, то есть результативность полностью стопроцентная. Далее раздел «Материально-техническая база». Здесь у нас один показатель школы, подключенной ШПД. В целом ситуация в корне не изменилась. Единственное, в Курчатове наблюдается отрицательная динамика за счет того, что открылась четвертая школа, которая в данный момент подключения ШПД не имеет. Соответственно, у них показатель со 100% снизился до 75%. Далее. Воспитательная работа также практически осталась на прежнем уровне. На первом месте также Бескарагай, Жарма. И Курчумские районы. Следующий блок одаренность детей. Здесь также по всем районам практически наблюдается положительная динамика в связи с тем, что увеличилось количество участников Олимпиад, также результативность увеличилась за счет того, что пришли итоги Олимпиад за тех учащихся, которые принимали участие во второй четверти. Лидирующие позиции также Усть-Каменогорск, Курчум, Аягус. Наибольшая положительная динамика у нас в Старбагатайском районе. Они увеличили практически на 16% результативность участия в конкурсах. Далее блок дополнительное образование. Здесь у нас больших скачков в местах также нету, плюс-минус 2 места. Единственное, в Ридере положилась динамика сразу на 6 ступеней за счет открытия нового спортивного модуля. Что можно сказать по итогам формирования рейтинга за третью четверть? Были проблемы, конечно, с исполнительской дисциплиной. Есть районы, которые вовремя не предоставили таблицы. Почему? Хотя мы говорили, что с третьей четверти рейтинг будет из АПМК только формироваться, пришлось все-таки собирать таблицы, так как заполняемость показателей в АПМК все еще оставляет желать лучшего. Хотя, конечно, наблюдаются положительные сдвиги. Давайте перейдем к заполнению разделов АПМК. Так, раздел «Выпускники». Вы сейчас только говорили, что у вас не сходятся цифры по выпускникам, которые вы давали в итоговую аттестацию. В АПМК существует раздел «Выпускники», где каждая школа должна заполнить пофамильно учащихся 11-9 классов только нынешнего года выпуска, 2017-го, старого не надо. Пока что заполняем только общие сведения. После результатов итоговой аттестации будем проставлять их экзаменационные итоговые оценки, а после того, как они определятся дальнейшей судьбой, будем уже сведения о трудоустройстве, учебе, либо службе в армии также заполнять. Эти данные у нас постоянно спрашивают Нур-Отан. Существует постановление партии Нур-Отан о создании базы данных выпускников области. Также с этой же базы будем брать списки пофамильно на итоговую аттестацию. Да, вам предоставлена таблица. Вы видите, какая большая разница, как много школ не заполнили количество выпускников. Далее. Раздел «Потребность в педагогических кадрах».
Данный раздел не раз, да, не раз было сказано, что этот раздел должен быть актуален, то есть вакансия должна быть актуальна на данный момент, который существует. Вам предоставлено в разрезе районов, сколько сейчас у вас потребности заполнены. Есть, встречались сейчас, исправили школы, в которых потребность почему-то была минусовая, как будто у вас профицит 5 кадров. Да, лишние учителя. Прошу координаторов, также областных и школ постоянно мониторить данный раздел. Это несложно. Вакансия появилась, поставили потребность. Вакансия не актуальна, убрали потребность. Также, пожалуйста, мониторьте заявки. На текущий момент удовлетворены только две заявки. Одна из них – это Чиганская школа в городе Семей. Вот интересно, они на этом же сайте нашли себе педагога и приняли его или нечаянно нажали удовлетворить? Обязательно просматривайте, пожалуйста, все заявки. Пустые отклоняйте, те, в которых указаны фамилия, имя, отчество, обязательно рассматривайте. Должен быть протокол рассмотрения заявки. Сейчас служба поддержки АПМКО разрабатывается дополнительная вкладка, куда будете прикреплять протокол рассмотрения отправленной вам заявки. Так, далее. Раздел рейтинг школ. С этого года у нас вводится рейтинг школ. Показатели рейтинга школ многие школы путают. Находятся во вкладке рейтинг школ, заполненная, незаполненная. А многие школы ищут их в общих показателях. И не могут найти, и поэтому вопросы по заполнению возникают. До этого были вопросы сейчас по фильтрации школ по районам, по фильтрации показателей, что их очень много. Показателей много, так как много периодов у нас учебных. Просто при заполнении показателя выберите нужный вам период, и показатели отфильтруются по данному периоду. Их всего в рейтинге школ по 29-30 по четвертям заполните, не так уж много. Сейчас так предоставлены по районам, да, количество школ, которые на сегодняшний день, на сегодняшнее утро не заполнили данный раздел. Бородулихинский район практически вот за несколько недель, сколько мы отрабатываем, практически все школы как не заполнили, так и осталось. Во многих районах, во всех 19 районах были незаполнившие школы. На сегодняшний день, вот вы видите, как они исправили ситуацию, вне зависимости от количества школ, от скорости интернета. То есть кто хочет, тот работает, так скажу. Далее. Раздел «Качество знаний». Качество знаний заполнения больше процент, конечно, школ. Сейчас вы видите, значит, что у нас получилось из АПМКО, в АПМКО, как заполнили ваши школы. И вот качество знаний, которое вы мне в рейтинговой таблице отправили. Больших прям, конечно, различий нету, что радует, но все-таки практически в каждом районе есть школа, которая кого-то не добила. Недозаполнила. Качество знаний по предметам мы сейчас еще сверяем. Итоги, конечно, также сверим и вам отправим. А также по разделу рейтинг школ, забыла упомянуть, вам было отправлено типы школ. Выгрузка все исправили. Вот Семей, Скамногорск мне звонили, мы отрабатывали. Основная, средняя, начальная. Типы школ должны быть правильно указаны, так, чтобы по ним рейтинг школ был правильно посчитан в своей категории. Так, теперь, сейчас у нас актуализируется раздел лагеря. Нужно будет дополнить его, если будут открываться новые лагеря. И обновить старую информацию, описание лагеря, фотографии. Профиль лагеря обновить. Скорее всего, на IT-фестивале мы будем принимать уже онлайн заявки на отдых в лагерях, чтобы ваши лагеря работали, могли принять заявку. Так, срок обновления данных по этому разделу до 10 апреля. И прошу все-таки внимательно относиться к срокам. Если поставили, то исполнять срок задания. И когда мы требуем объяснительные в письменном виде предоставлять по рейтингу школ,
Ни один район объяснительный не предоставил. Абайский район отправил несколько объяснительных, которые написали школы. Мы запрашиваем объяснительный с района. За подписью заведующего района и Горано отправляйте, пожалуйста. Так. Далее. По ПМК пока все. Далее. Подключение к Атал ТВ. У нас есть долгосрочный протокольное поручение, по которому все организации образования, не только школы, должны быть подключены к данной услуге. На сегодняшний день, по данным Кастелерадио, вы видите в разрезе районов, сколько у нас объектов образования подключено. Но имейте в виду, что здесь не только ваши подведомственные, здесь и колледжи, и специализированные, и областные школы. Мы более подробно уже по районам, поименно, так сказать, вышлем вам информацию. И здесь те только объекты образования, которые имеют договор на юридическое лицо. Вы знаете, что обязательно у кого сейчас тарелки на физическое лицо, нужно переоформить договор в Кастелерадио. По всем вопросам звоните нам. Так. Да. Вопрос, пожалуйста. Слайды, кто не увидел, мы все отправим на электронки. Да, выпускной класс добавили, потому что до этого фильтрации не было. 9-11 отдельно, чтобы мы могли формировать списки. Дата рождения была изначально. Сайты школ. Районам мы всем разослали, а вы до школ до своих довели? Все школы получили? В Абайском районе. Отзовитесь. Вообще нет вот Абайского района. Слышите, да? Абайский район, ваши школы жаловались, что они не знают, что вообще существуют сайты школ, что до них не довели. Абай ауданы, біз үш мектепке звандадық, біз жібергелі оны бір ай болды, я. Басқа райондар уже активизироваться етті, звандап, бізден қалай толтырады, қалай пароль өзгертеді, бәрін істеп жатыр. Абай ауданы 11 мектеп, әлі бірде бірі мектебі, логин парольдарын алмаған, даже не знает, сондай сайт бар екен. Сіздерден алғанда сразу жібереді. Үш мектепке звандадық, шоу де білмейді. Именно Абай ауданда үш мектепке звандадық, шоу де білмейді. Значит, жауапты мамандарыңыз жібермеген. Өйткені сіздің Абай ауданына бірде бір мектеп звандап консультация алған жоқ. Поэтому мы звонили бы сіздердің мектептеріңізге, неге тыныш жатыр, или им все понятно, или не заполняет, қарасақ, звандадық, бірде бір мектеп, мы даже не знаем, что такой сайттар ашылған дейді. Қалған аудандарда бұл министерство үш тілде білесіздер, е, үш тілде барлық аудандарға, барлық біздің 658 мектепке сайт бесплатно бәрінен жасап берді. Қазір сайттарыңыз жоқ, қазіргі мультимедиалы журналистика бойынша ашылған сіздердің оқушыларыңыз сол сайтты толығымен жүргізсін. Енді Бақытгүл Серкановна қандай сұрақтарыңыз жоқ болса, келесі сұрақ 3D әлем деген бізде олимпиада өтеді. Иә, иә, иә. Сұрақ Бақытгүл Серкановна. По потребности педагогических кадров в АПКО, там только 2017 год стоит, а мы в управлении сдаем ежемесячный отчет по потребности. И, конечно, у нас несоответствие будет. Может быть, в АПМКО тоже добавят по месяцам. Добавить периоды, чтобы вы по месяцам заполняли потребности. Да, потому что там стоит 2017 год, и наша школа как бы еще не заполняет. Они ждут или конца года ждать, или что ждать. Нет, я думаю, по месяцам не надо. По месяцам, да. Хотя это толтыр будет растрама. Просто обновление по месяцам сделать и все, да? Если есть, да. Один раз в месяц обновление сделать и все. Чтобы каждый раз не заполняли сидели, а обновление ну, один раз. Ага. Просто там одна только стоит. Нет, вообще по месяцам надо. Это вообще, это же, да? Например, вот сегодня вы уже вакансию закрыли, она что будет месяц еще висит? Лучше убрать сразу. Угу.
Еще есть вопросы? С сайтом есть проблема, заполняется только... Откройте там. Мектеп сайттары бойынша сұрақтарыңыз болса, маған қала, ол біздік екен ғой. По сайту у нас тоже вопрос. У нас есть в школах, во многих уже есть сайты. Они отработаны уже, там все размещено. И как бы школы, есть школы, которые возмущаются, что не будут дублировать информацию и так далее. Что делать с такими школами, в которых уже есть сайты? Оны қазір біз уточнить етейік, өздерінің сайттары болса, сол сайттан ссылканы сразу, чтоб ана жаңа сайтқа кетіп отыратындай қылып. Если сайт бойынша сұрақтарыңыз болса, жаңа Дана деген қыз телефонын жазып жатыр, Дана Құдайбергенна, 75333, сол телефонға звондап, Дананы сұрасаңыздар, сіздерге толығымен айтып беретін болады. Қалай толтыру керек? Толтыра алмай жатсаңыздар, бәрін хабарласыңыздар, көмектеседі. Да, сайт, бірде бір мектеп сайт ашты. Абай ауданнан сұрағым бар. Айта беріңіз, айта беріңіз. Мысалы, АПМК-да общее количество детей с возраста с 1 до 6 лет деген бар ғой, сайтта ғой деген. Иә. Сол жерге мысалы менде сайтта 0 жастағы балалар отыр, 10 бала. 0 жастағы баланы есептейсің бе, осы есептелмей ма? Жоқ, бірден 6-ға деп тұр ғой. Сол балаларды ғана есептейсіз. 0-ді қоспайсыз. 0-ді қоспайсыз. Мысалы, бірінші школа бар ғой, 6 жастағы мектеп алдында тұрған отырған 6 жастағы балалар. Солар осы 6 жасқа кіре ме отырады? Бірінші школа да школаға кіреді, иә. Сол ахваттың ішіне кіреді. Бірінші школадағы отырған балалар да школаға кіреді ғой. Одан кейін 6 жаста отырған балалар есептелмейді өзінен өзі. Сонда 0 жастағы балалар естілмейді. Салат жазыңыз. Сіздің дауысыңыз бір өшіп, бір нетіп дұрыс естілмей тұр. Сіз жазып жіберіңіз, қазір Бақытқа Серкамна в течение этого сізге ответ жазады. Енді қазір уақыт кетіп бара жатыр. 3D әлем бойынша 3D әлем деген конкурс өтті, олимпиада өтіп жатыр, иә, балалардың арасында бірінші туры болды. Екінші туры IT форумның алдында болады. IT форум планируется 28 апреля. Примерно 27-сі күні, бір күн бұрын қалғанда 3D әлемнің екінші туры өтеді. Оған білесіздер, әрбір районнан балалар қатысады. 20 команда қазір қатысатын болды. 20 командаға сіздерге кеше айтқанбыз, иә, келетін балалардың тізімі керек. Әрбір баланың футболка заказ береміз, соған размерлары керек деп, иә. Бізге барлығы жіберді ғой, иә, размерларын балалардың. Қай райондар жіберген жоқ? Қай район жіберген жоқ? Так, қараңыздар, глубокая жіберді. Зайсан қалған үш баланың мультимедийный журналистика бойынша размерларын жіберген жоқсыздар. Потом семей школа лицей номер 38 екі баланың размерін жіберген жоқсыздар. 44-ші мектеп жіберген жоқ Өскеменнің. Жарма Георгиевская средняя школа қалған екі үш баланың размерін жіберген жоқсыздар. Потом Улан жіберген жоқсыздар, Марсеков школасы мектебі. Содан кейін Тарбағатай жіберді, иә, Тарбағатай жіберді. Осы аудандар бүгін сіздер бізге келетін балалардың, осы конкурсқа қатысатын балалардың размерларын жіберсеңіздер, біз футболкаға ертерек заказ беріп қояйық дегенбіз. Футболка балаларға беріледі тегін, қорықпаңыздар, бастарына футболкасы, үстеріне футболкасы, бастарына бейсболка, 3D әлемнің логотипімен барлығы балаларда, чтоб одинаковая форма болу үшін біз өзіміз заказ бердік. Сондықтан енді сіздерден размер сұрап отырмыз, размер тезірек жіберіңіздерші, пожалуйста. Ол да көп, 100 бәленбай футболка береміз, оның бәрі уақыт, оның бәрі дұрыстап істеу үшін қазірден бастап беріп сағанымыз дұрыс. Сондықтан жаңа аталған райондар бүгін кешке дейін тосамыз. Енді қазір мультимедиялық журналистика бойынша Дидар Мұратұлына сөз беріледі.
Салют, сэр, курвит, артистер. Добрый день, уважаемые участники онлайн-совещания. По Олимпиаде есть ощущение, что некоторые районы не читают положение. Еще раз хочу объяснить, что по Олимпиаде предполагают, что несколько, часть команды делает моделирование, то есть защищает этот проект. Раз. Сейчас слышно, пожалуйста, ответьте. Раз, два, три, четыре, пять. А, все, есть тендерит. Нет, мне сказали, что это лучше просто. Повторюсь еще раз. Әріптестер, естіле ме? Раз, два, три, четыре, пять. Какой-то район говорит да, кто-то нет. Часть команды защищает, делает проект по 3D-моделированию. Часть команды защищает этот проект в виде презентации, видеопрезентации. То есть ребята должны уметь монтировать видео, записывать аудио, писать текст и при этом все это смонтировать и хорошо теперь да. Поэтому я предлагаю, не то что предлагаю, рекомендую, чтобы ребята хотя бы имели какие-то базовые навыки по следующим программам, по видеоредакторам, по аудиоредакторам. Еще один момент, чтобы они писали текст заранее, то есть у вас есть время заранее написать текст, хотя бы приблизительный, чтобы вот сэкономить время на самой Олимпиаде. Так, сейчас хочу отметить те районы, которые, с которыми я разговаривал, но так и не выслали нам вот этих участников именно по мультимедийной части. Это Зайсанский район. Я с вами разговаривал, по-моему, вы сказали, вы пообещали мне, но такие не отправили. Так, Жарминский район, мы не получили от вас тоже от школьников, которые будут участвовать по мультимедийной части. 44-я школа Усть-Каменогорск, мы с вами тоже разговаривали, вы обещали мне. Все обещают и вот так. Уланский район, я до вас вообще никак не могу дозвониться, вот ни разу с вами не разговаривал, потому что и по сотовому телефону, и по рабочему приемной вот никто не берет телефон. Это касательно именно меня, я не знаю, но я не могу дозвониться до вас. Так, Уланский район, если вы меня слышите, хотя бы здесь напишите. Уланский район. Саламатсыздар ма. Қазір мен недегі жиналыстан қаласам. Анықтайын. Содан кейін футболқының сол балалардың келетін тізімі бойынша футболқылардың размері керек бізге. Ертең барлық аудандар бірдей болып тұрғанда сіздің ауданыңыз бөлік болады да, и олимпиададағы бағалар төменде қалады ғой. Одан кейін Зайсан ауданы бар ма? Зайсан. Бар.
Сіздер неге жібермей жатырсыздар? Бүгін обязательно жіберіңіздер, иә? Жарма, жарма, жарма отырсыздар, иә? Жарма. Сіздерде жармада, сіздерде команда Георгиевский школадан ғой деймін, апам, иә, Георгиевская средняя школа. Екі бала 3D моделированияға жаздыңыздар, мультимедийный журналистика бойынша балаларыңыз жоқ. Неге? Иә, бүгін береміз мультимедийный журналистика. Ага, бүгін тосамыз. Өйткені біз ертең уже все, последний вариант, біз уже футболкаға бәріне заказ береміз. Размер қаз береді, нұрым. Еще один момент. Хочу сразу предупредить, что потом на Олимпиаде не было сюрпризов для вас именно. То есть участники должны иметь при себе ноутбук, микрофон, если есть, конечно. Должны на ноутбук скачать программу для монтажа видео, для записи звука и иметь при себе видеокамеру. Мы понимаем, что не у всех есть камеры, микрофоны. Поэтому можете снимать на телефоны, можете записывать звук на наушники, которые вот, у которых есть микрофон. Никто не требует прям высокого качества, но главное, чтобы работа была выполнена. То есть на ноутбуке должна быть программа. Программы для записи видео, аудиозаписи и для монтажа видео. Всем командам мы предоставить, к сожалению, не можем, потому что их очень много. Құрметті әріптестер, қайырлы күн. Мына 3D әлем конкурсының негізгі мақсаты, кешеде мен сөйлестім, аудандардың кейбір аудандармен әлі толық түсініп жатқандар жоқ екен. Яғни былай, сіздер мына 3D модель жасаған балалар мультимедийный журналистика командасымен іштегі балалар мүшесімен бірге бір жұмыс атқарып шығады. Яғни командная работа, яғни жеке 3D моделирование бойынша жеке бағаланады, мультимедиалық журналистика бойынша жеке бағаланады. Екеуінің қосындысына сіздердің ортақ орындарыңыз шығады. Енді қарапайым тілмен айтайын. Мысалы, 3D модель бойынша балалар 10 балда күшті жасап шықты. А мультимедиалық журналистика, мысалы, видео монтаж несімен 8 бал алды дейік. 10-ға 8-ді қосса қанша? 18, оны 2-ге бөлесіздер, сонда 9. Яғни ортақ балдары 9. Ол мысалға екінші орын. Яғни барлық 5 бала келген бір команда болып, олар бірге шығып, жасаған 3D модельденген жұмысты жалпы 2 бағытта қорғап шығады. Сондықтан сіздердің мына жерде кейбірлер алдында бағана звондап етіп жатқанда кеше толық түсінбей, мүмкін мультимедиалық журналистикадан келмей қойса қалай болады? Олай болмайды. Яғни команда, мысалы, 3D модель бойынша 10 балл алды, бірақ та мультимедиалық журналистика бойынша команданың мүшесі жоқ деңіздер. 10-ға 0-ді қосасыздар, 2-ге бөлесіздер, 5 балл алды. Яғни негізгі мақсат осы. Содан ұзақ жақтан келетін балалар барлығы 26-сы күні сіздер келесіздер, біз сіздерге арнайы хатпен жазамыз, қай жерге орналастырылатын балалардың, оларға тамақ, барлығы сол жерде ұйымдастырылады. 27-сі күні таңертеңгі сағат 8:30-да балаларды тіркеу болады, яғни конкурста осы 9-да конкурстың өзі басталып кетеді. Ол сағат түскі 2:30-ға дейін, яғни таңертеңгі 8:30-дан 2:30-ға дейін балалар барлығы біздің арнайы белгіленген орында жұмыстарын жасап, аяқтап бітеді. Балалар сол күні бірден орындарын айтылмайды. Олардың барлығы 3D әлем олимпиадасына келген балалар бізде IT фестивальға қалады. IT фестиваль бізде 28-ші ақпанда болады. Белгіленіп отырған. Сол жерде апрельде, кешіріңіздер, сәуірде. И 28-і күні балалардың негізгі алынған орындары бойынша марапаттау осы жерде болады.
Сол футболкалар мен балалар бейсболка, ана флажоктар мен қалай 3D әлем олимпиадасын келіп бастады. Сол командалар солай келіп, барлығы тұрады, барлығында марапаттау болғаннан кейін келген қатысушы балаларға орын алмай қалған барлығына сертификат беріледі. Балалар барлығы қызықты болады деп ойлаймын оларға, өйткені бұның бұл негізгі бірінші қадам халықаралық осындай чемпионаттарға қатысу, соған дайындық. Яғни осыдан жеңген балалар бізде келесі жолы болатын осындай шараларға халықаралық біз осы балаларды ұйымдастырып апаратын боламыз. Сондықтан сіздерден тек қана информатика пәнін мұғаліміне ғана жүктеп қоймай, білім бөлімі жетпейтін, микрофоны жоқ болса, камерасы жоқ болса, барлығын сұрап біліп, осы балаларға ұйымдастырып берулеріңізді сұраймыз. Енді IT-фестиваль. Енді қараңыздар, IT-фестивальда бізде балалар IT-жобалармен келеді. Қазір мен олардың барлық біз мұнда комиссионы конкретно қазір тізімді бекітіп жатырмыз қалатын. Алатын балаларын. Сіздер қазір бізде 100-ден артық жобалар бар қазір. Соның ішінде бір 50-у ғана қатысады бізге. Яғни балалар, сіздер келген кезде барлық балалар IT фестивальға келетін 27-сі күні. Яғни тридалимен шатастырмаңыздар, мына жерде IT жоба бойынша. Олар 27-сі күні мында келіп, барлық модельдерін, эксклюзивный істеген жобаларын, несін барлығын алып уже орнатып қояды. Өйткені бізде 27-сі күні көбінесе түстен кейін ана білім басқармасының басшысымен репетиция болады, генеральная дейді. Сондықтан барлық балалар 27-сі күні барлық нәрсесін алып кеп қою керек. И 28-сі күні апрельде. Негізгі IT-фестиваль. IT-фестиваль таңертеңгі 9-да тіркелу басталады. Болжап отырған уақытымыз бойынша 10-нан 4-ке дейін болады. Яғни 3-ке дейін. Балалар барлығы арнайы өздерін негізгі жобаларын ұзақ ана 10 бет жаттаудың қажеті жоқ. Негізгі мақсатын, не үшін жасалынды, қайда ол қолданылады істеген әрсесі. Соны келген көрушілерге, қатысушыларға түсіндіріп айтып жеткізе білсе болғаны. Барлық балаларға біз бейджиктар береміз. Сондықтан тізімдеріңізді жіберген IT жобалар бойынша біз одан кейін жібереміз қазір тізімді. Аты жөндерін толық жөндеп қарап тексеріңіздер, қата кетіп қалмасын. Өйткені осы балаларға одан кейін сертификаттар беріледі бізде қатысқаны үшін. Содан кейін IT фестивальда ең үздік жоба номинациясы бойынша және келген қатысушылардың симпатиясы бойынша, зрительская симпатия дейді, екі орын болады. Яғни ол арнайы сыйлық пен арнайы грамотамен марапатталынады. Сондықтан сіздерден сұрайтынымыз, осы қазір мен айтқан балаларды сіздерге тізім жібереміз, сол балалардың качественный бізге фотоларын жіпекте жіберулеріңізді сұраймыз. Өйткені бізде бұл қазір тағы арнайы программада жасалынып жатыр, виртуалды түрі. Соған балалардың бізге әдемі сапалы фотолары керек. Сұрақтарыңыз бар ма? Құрметті әріптестер, осы өткен нелер бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Вот там вопрос, любые программы, да, я так понимаю, по видеомонтажу. Любые программы, которые вот ученик освоил, в котором ему удобно работать. То есть любые программы можно. Это есть Movie Maker, есть Adobe Premiere, любые программы. Паланым өзіне удобно, өзі білетін программасы болса болды ғой. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Ауданның сұрақ болу ма? Иә, болады. Кім қайдан? Абай ауданынан. Мен білім бөлімінде сол информатика ақпараттандыру бойынша методистпін. Ана мультимедиа журналистика бойынша мұғалімдер онлайн курс өтті ғой. Иә. Графикалық жіберіңіздер ғой. Сол бойынша сертификат береміз деңіздер. Ал сол сертификат қай кезде беріледі?
Сіздерге хат жіберілген райондардың бәріне сертификат алу үшін әр район мектепшілік новостной сюжет түсіріп жіберу керек бізге. Сол кезде ғана, және де сол кезде ғана біз береміз сертификат. Мектепте сынып қазым, әр бір мектепте, е? Хат райондарға жібердік біз. Білім бөлімде жібердік, білім бөлімде болсаңыз, арғарай, мектептерге жібересіз, кім сол жерде онлайнға қатысты, олар жаңағы Дидар Мұратұлы айтып отырған үй тапсырмасы ғой енді получается, иә? Практическое задание, соны жасап бізге жіберу керек, содан кейін біз итогты көргеннен кейін сіздерге сертификат жібереміз. Енді сіздер как раз IT форумға келесіздер, IT форумға дейін, я думаю, сіздер жіберіп қойсаңыздар, IT форумда сразу алып кетсеңіздер дұрыс болатын еді. Өйткені жылдың аяғы қазір аттестация кезі, бәріне сертификат керек. Жақсы, рахмет. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Одан кейін бізде жаңағы айсылыс өтеді дедік, айсылысқа 5 мектеп, я айгүл кәжігалимна, 5 мектеп қатысады, 5 мектепті осы апрель айында болу керек болатын, по каким-то причинам их перенесли на май, с 15 по 20 мая будет проводиться айсылыс. У нас в айсылысе участвует город Семей, 22-я школа, Глубоковский район, две школы там, да, потом город Риддер, и все, вот эти три района у нас участвуют в этом апробации, с 15 по 20 мая будет дополнительный график, мы вам еще отправим, мы еще не согласовали министерством, сейчас согласуем, потом дополнительный, кто в какой день, 15-го какая школа, 16-го какая школа будет проводиться, мы вам дополнительно отправим. Если у вас вопросов нету, всем удачи, до свидания.